день. Сегодня у меня снова тесто филе. Вот такое тесто филе. Можно использовать тонкий лаваш. Я буду делать трубочки такие с начинкой. Чтобы сказать, что это бюрек, турецкое блюдо, я не могу сказать, потому что буду использовать свиное мясо. Я не хочу оскорбить национальное блюдо другого народа. Так, что мы сегодня используем? Здесь несколько сортов сыра. У меня я натерла фета, российский сыр, сулугуния, моцарелла, сливочный сыр. Здесь укроп, чеснок, добавлю перец, нарежу мелко ветчину. Раньше я делала это с куриным мясом или с индейкой, сегодня у нас ветчина. У меня еще 100 грамм куриного бульона. Все это я тщательно перемешиваю. Начинка готова. Для наших трубочек из теста фила с начинкой я делаю крем-соус. У меня сливочный сыр, замороженный укроп, чеснок, соль, перец и маленькая щепотка сахара. Майонез. Сметана. Я использую очередного помощника у меня на кухне. Вот таким образом я сейчас это все собью. Крем-соус готов. Вот такое тоненькое тесто фила. Так, я его убираю в сторону. И буду делать такие длинненькие сегодня трубочки. Начинка наша. Так, вот наша начинка. Будем заворачивать. Вот так оно у нас получается. И отправляем здесь на тарелочку. Так проделываю со всем тестом и начинкой. Масло на сковороде хорошо накалилось, и я буду отправлять наши трубочки. Они будут жариться довольно быстро. Все это я отправляю на бумагу. Так, наши трубочки с начинкой, сыром и ветчиной готовы. Отправляются на тарелку. Вот таким образом выглядит с нашим соусом. Это лучше всего кушать руками и макать в соус, но это очень еще пока горячо у меня. Хрустящее тесто. Начинка. Сыр растаял, тянется. Видите, как тянется сыр. В общем, я уже один попробовала, вкус превосходный. Результатом я очень довольна, а вам желаю всего самого доброго!